это было такое маленькое хобби, появлялись новые исполнители, и мне было так интересно уловить такие нюансы, да, каждый из них. Я помню, когда появилась, мне было очень интересно, Анне Веске. Попробуйте, она пела с таким акцентом. Руку мне дай посередине пути, руку мне дай, нам еще долго идти. Но что случилось с девчонками, когда появилась Таня Воронова? Все ревут, кассеты до дыр. Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой. Но то ли дело, что случилось с мужчинами, когда появилась Маша Распутина? Наша светлая кровать шло, и больше всего мне, конечно, хотелось найти собственный стиль, осуществить свою мечту, чтобы я была особенно, не похожа на ни на кого, а нашла и стала именно собой. И я так рада, что сегодня моя мечта сбылась, и я хочу передать большой пламенный привет с Украины и вместе с вами исполнить песню, самую известную песню на украинском языке. Называется она «Червона руна».